Тут замечательная записка с вашим, судя по всему, портретом. Да. Судя по положению руки и характерной лысине. Отработать. Исполните песню «Что ж ты сидишь и молчишь одиноко». С удовольствием. И на портрете ровно эта поза изображена. Да. Значит, это единственный случай. Диск этот называется «Уйти на судне». Это единственный случай, когда написал музыку на не свои стихи. На стихи гениального русского поэта Ивана Бунина и писателя. Просто в книжке стихов ее нету, его стихов. А есть она в книге новеллы. Когда два старика сидят на заброшенной даче и ждут приезда барыни, она не приезжает. И там звучит, я прочитал стихи, которые меня поразили. И как будто одновременно придумалась музыка. Получился такой русский романс. Что ж ты сидишь и молчишь, одиноко? Что ж ты сидишь и молчишь, одиноко? Грустная дума лежит на челе, или не видишь пока на столе, или не видишь пока на столе. Долго не знал я на свете приюту, долго не знал я на свете приюту, долго носила земля сироту, долго имел я в душе пустоту, долго имел я в душе пустоту. Раз в отдаленную жизни минуту, раз в отдаленную жизни минуту, раз я увидел создание одно, в коем все сердце мое вмещено, в коем все сердце мое вмещено. Что ж ты сидишь и молчишь одиноко, что ж ты сидишь и молчишь одиноко, стукнем бокал на бокал и запьем грустные думы, веселым вином, грустные думы.